Всем большой привет, меня зовут Никита, и сегодня я буду говорить о проблеме, с которой я все чаще и чаще сталкиваюсь на просторах YouTube, и мне почему-то кажется, что вы должны были догадаться, о чем пойдет речь. Да, я буду говорить о чрезмерном хлопотании еблу. Но мне, если честно, не нравится это слово, поэтому мы будем как-то заменять его разными синонимами. Но пока давайте дадим определение этому термину. Много угара будет и всякого прикольного. Хлопотание ебалом. Мимическая активность, сопровождающая речи, происходящая от неспособности индивида полноценно выразить смысл высказывания вербальным способом, свойственно неуверенным в себе или, напротив, демонстративным личностям. Я тут подумала, пока я буду размышлять, моя подруга будет изображать приступ эйфории с легкими нотками возбуждения и всем спектром чувств, которые можно изобразить на своем лице после просмотренного видео. Так что, поехали! Сразу скажу, не знаю, как вас, но меня это сильно беспокоит. Беспокоит, что огромное количество людей на планете считает, что это смешно. Смешно, когда человек бездарно кривляется на видео. Вообще, мне сложилось впечатление, что в современном интернете две вещи, кроме политики, набирают наибольшую популярность. Первое – это жопы, второе – это ушлепки, хлопочущие своей будкой. Жопы и плохие комики. Плохие комики и жопы. Лично мне больше нравится жопа. Я вот реально вижу в этом больше красоты. И мне что-то подсказывает, что лицезрение жоп все-таки менее вредно, чем это. И это смотрят миллионы неокрепших умов. И во многом понимание природы юмора будет основываться у них на подобных высерах. То же самое касается молодых девочек, чьими кумирами становятся латентные пидоры, которые, разыгрывая ту или иную миниатюрку, хлопочут своим вафельником, дабы рассмешить свою аудиторию. За это поколение мне становится, честно, стыдно и страшно. Станут эти люди, взращенные плохими комиками? Какие будут у них эстетические вкусы, когда они станут постарше? Я уже представляю себе рослого парня, который свой идеальный образ, образ идеального мужчины, скопировал, например, с Ивангая. Или девушку, которая считает идеалом мужественности, мужского поведения, достоинства какого-нибудь Игоря Синяка. В общем, не надо недооценивать силу и мощь воздействия хуёвых комиков на неокрепшие умы. Ведь сейчас, когда телевидение стало столь неактуальным для молодежи и все повально перешли на YouTube, плохие комики возымели власть и влияние. Глупым детям и подросткам нужны кумиры, нужны эталоны поведения. И чем ближе этот кумир к среднестатистической малолетке, тем спокойнее этой малолетке живется на белом свете, тем увереннее в своей бездарности такая малолетка себя ощущает. И когда на YouTube появляется очередное видео, где паренек неистово корчит свое табло, все становится на свои места. И малолетка понимает, на кого нужно равняться, из кого нужно делать звезду. И звезды с перекошенными физиономиями растут как на дрожжах. И с этим ничего нельзя поделать. Толпа есть толпа. Зачем вообще учиться размышлять? Зачем учиться думать, когда можно просто включить видео со своим кумиром, который в очередной раз, как в последний, словно извиваясь на электрическом стуле, будет корчить своим бубном? И глядя на это, малолетки понимают, что главное. А главное что? Главное, чтобы было весело. Кстати, я тут вспомнила слова одного итальянского режиссера эпохи неореализма. По-моему, его звали Микеланджело Антониони. Короче, однажды он как-то так выразился. Чтобы мне рассказать историю о человеке, мне не нужны декорации. Вы можете поместить меня хоть в пустыню. Дайте мне камеру и одного человека, и через его лицо я расскажу вам всю историю человечества. Интересно, что бы было бы, если бы в этой пустыне вместе с ним оказался бы современный видеоблогер. Но это лишь мои фантазии. С вами была Никита, подписывайтесь на мой канал и всего хорошего, пока-пока!